Открытие нового инклюзивного центра во многом личная история. Социальный предприниматель Анна Бардина прекрасно понимает родителей особенных детей, знает их проблемы и трудности. Женщина сама проходила через то же самое со своей дочерью. Получила диплом психолога, постоянно совершенствовала свои навыки и решила помогать другим. Как детям, так и их родителям. Наша главная мечта в том, что это пространство оставалось таким же уникальным и теплым, и ресурсным для самих мам, чтобы тут могли набрать все свои эмоции и все свои ресурсы не только дети, с которыми будут заниматься, но и их семьи. Потому что для семьи, чтобы сохраниться, это очень долгий и тяжелый путь, который без поддержки иногда очень сложно пройти. Открытие Центра психологической помощи стало возможно благодаря поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Грант в размере 500 тысяч рублей социальный предприниматель Анна Бардина потратила на закупку необходимого оборудования и оформление кабинетов специалистов. С детьми будут заниматься психологи и логопеды. В планах открытие кабинета нейропсихолога, чтобы ребята не заскучали и могли обучиться полезным навыкам, в центре организуют различные мастер-классы. Например, в день открытия дети самостоятельно раскрашивали имбирные пряники. Ну а кроме занятий со специалистами, они могут еще и поменять имидж. Здесь у нас планируется как раз инклюзивная парикмахерская, в которой будут обслуживаться дети с ОВЗ. Здесь же будут преподаваться мастер-классы для родителей. Всего планируется проводить занятия в группах по 10-15 человек. Главную задачу этого проекта социальный предприниматель видит в комфортном взрослении и социализации своих подопечных. Ирина Радайкина, Народные новости.